Как правило, подобный вопрос начинает возникать у пар после того, как пройдет первый бурный период. Что касается мужчин, то с медицинской точки зрения, оптимальное количество – это 5 раз в неделю. Это обусловлено скоростью выработки сперматозоидов и соответственно препятствует застою спермы и улучшению кровоснабжения органов репродуктивной системы. Для женщин медики тоже вывели оптимальное количество половых контактов – не менее 1 раза в неделю. Такая частота позволяет поддерживать здоровье и тонус репродуктивной системы, а также препятствует появлению застойных явлений в органах малого таза. Таким образом, приведя биологические потребности мужчин и женщин к общему знаменателю, специалисты сделали вывод, что секс 3 раза в неделю будет оптимальным количеством. Однако не стоит забывать про индивидуальные особенности партнеров, возраст, темперамент и ежедневные нагрузки. В итоге пара вырабатывает собственный график. Не стоит доверять рассказам друзей о бесконечных секс-марафонах и стремиться к озвученным показателям. Во-первых, данные могут быть попросту приукрашены, а во-вторых, что одному хорошо, то другому попросту не нужно. Прислушивайтесь друг к другу и своим потребностям.